Друзья, доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга, и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 9 по 15 марта включительно для знака зодиака Скорпионы. Уважаемые Скорпионы, напоминаю, что гадание имеет общий характер. Оно подходит и женщинам, и мужчинам, и тем, кто одинок, и тем, кто в паре. Надеюсь, что каждый из вас для себя найдет что-то важное и полезное. Но не забывайте о том, что расклад общий, для всех одинаково он проиграться не может, он не является вашим индивидуальным, но по этому раскладу мы можем рассмотреть общие характеристики этой недели. В любом случае присоединяйтесь, все, что требуется от вас, это максимальное расслабление, и мы с вами начинаем. Сейчас по традиции, пока я буду перетасовывать колоду, вы можете загадать картам вопрос желания. И вы на него получите ответ, да или нет, но в конце чтения основного вашего расклада, поэтому запаситесь терпением. И та карта, которая останется на самом дне колоды и будет являться для вас ответом на ваш вопрос, да или нет. Думайте о своем вопросе, обязательно устанавливайте временной срок, для того, чтобы для себя вы понимали, в какой период времени ваше желание для вас проиграется. Также первая карта вашего расклада покажет вас в этом периоде, ваши планы, мысли, ваши эмоции, ваше настроение, ваши действия. И по первой карте мы рассмотрим ваш общий запас энергии. Также, кого волнуют проблемы со здоровьем, обращайте внимание на то, что я говорю по первой карте. Если энергетика по первой карте у вас слабая, это может говорить о любых проявлениях хронических болезней, и первая карта может быть сигнальной по вашему здоровью, да, если какие-то проблемы есть. Я вижу, что у многих на сегодняшний день есть какие-то спорные вопросы из-за денег, чего-то вы, может, ожидаете. Может быть, у кого-то какие-то дороги, связанные с деньгами, поездки, из-за чего-то вы очень волнуетесь. У каждого своя жизненная ситуация, но поверьте, вот то материальное, из-за чего вы переживаете, у вас наладится, разрешится самым лучшим образом. Если смотрят меня женщины, очень много зависит от вас, но в вашем деле заинтересована еще какая-то дамочка. Здесь, возможно, нужно еще немножечко подождать, и ваш вопрос разрешится положительно. Если говорить о мужчинах, на ваши финансы, на ваши рабочие моменты, вообще на ваши деньги как таковые большое влияние имеет как минимум две женские особы. Это карты «Быстрые вестники», которые выпали на стол произвольным образом, и я вам их озвучиваю как предварительную информацию. Подумайте еще немножечко о своем вопросе. Не задавайте что-то из области фантастики, а что-то реальное. И мы с вами начинаем. Колода готова. Итак, ваша первая карта. Что войдет в вашу жизнь в течение всего этого периода? Вот замечательно, та карта, которая выпадала на стол. Обратите внимание, десяточка пентаклей, она и входит в ваш расклад. Это говорит о том, что выпадала она не случайным образом, и вам действительно что-то нужно знать. Что происходит у наших семейных пар? Что вы чувствуете к своему партнеру? Что он чувствует к вам? Также по этим двум картам мы рассмотрим положение дел в семье в общем. Что ждет наших одиноких скорпионов в этом периоде? По этой карте мы рассмотрим и вашу личную жизнь, и события этой недели для вас в общем. Рабочая деловая среда, деньги и финансы. Что ждет вас во внешнем мире, во взаимодействии с другими людьми? Также, чем завершится для вас эта неделя и что вам нужно обязательно знать? Эта карта еще может указывать на скрытые факторы, которые вам не видны, но которые нужно учитывать. Итак, она пока в закрытом виде. Вы помните, карта, оставшаяся на дне колоды, это ответ на ваш вопрос, да или нет, скоро мы к ней дойдем. Возможно, в процессе чтения вашего расклада я буду брать дополнительные карты, чтобы какую-то информацию рассмотреть более детально. Ваша первая карта показывает вас самих в этом периоде. Независимо от того, кто меня смотрит, мужчины или женщины, на сегодняшний день в вашей жизни есть какие-то большие противоречия. Какая-то сложная ситуация, из-за которой вы переживаете и нервничаете. Вам как будто бы нужна чья-то помощь или поддержка. Это может касаться чего угодно. В большей степени по раскладу я вижу, что это моменты, связанные с работой, с бизнесом, с карьерой и с тем, что происходит во внешнем мире. Вот здесь как будто бы либо вы с кем-то не можете договориться, либо вы не можете найти нужных партнеров, либо вы не можете выйти
на какие-то новые возможности, а из-за чего? Из-за того, что у вас на какие-то проекты для вас важные элементарно может не хватать денег. И эта карта предполагает то, что вам нужны спонсоры, помощь каких-то людей, которые могли бы влиться в вас деньгами, поддержать вас где-то морально и эмоционально. То есть вы нуждаетесь в чьей-то помощи. И, скорее всего, вы по этой карте в начале этого периода и вообще в течение этой недели будете заняты поиском тех людей, которые вас в чем-то смогут поддержать. Несмотря на сложность ситуации в вашей жизни, рядом с вами есть близкий человек, который нуждается в помощи не меньше, чем вы. И вы сами, испытывая какие-то трудности, будете пытаться помочь еще кому-то. Возможно, это кто-то из вашей ближайшей родни, либо это ваш любимый человек. Но и во внешнем мире могут быть также те люди, которые, несмотря на то, что у вас у самих какие-то проблемы, тоже могут к вам обращаться за какой-то помощью и поддержкой. В вашей жизни по этой карте на сегодняшний день очень много знаков вопроса. Конечно, у кого-то это могут быть и какие-то кредиты, бизнес и работа, с которыми нужно что-то решать. Но давайте посмотрим общий фон всей этой недели. Также, друзья, вот если говорить о вашем общем запасе энергии, конечно, ваша энергия оставляет желать лучшего. Тяжелые эмоциональные переживания истощают вас настолько, что у вас как будто бы на что-то не хватает сил, поэтому берегите свою нервную систему. Если говорить о вашем здоровье, здесь тоже большие знаки вопроса. Многим из вас нужно провести какие-то дополнительные обследования, либо подлечиться. То есть эта карта предполагает то, что вам нужно выходить на специалистов, которые могли бы вам чем-то помочь. Для тех, кто здравствует, и у вас со здоровьем все прекрасно и замечательно, эта информация к вам не относится. Но те, у кого есть какие-то патологии и отклонения, эта карта говорит о том, что все-таки своему здоровью нужно уделить большое внимание также. Если говорить о событиях этой недели в общем, по десяточке пентаклей, в общем-то, ваши дела 100% будут налаживаться. Даже для тех, у кого затруднения с деньгами, даже для тех, кто в силу каких-то причин и обстоятельств не работает, вы по этой карте найдете нужную сумму для вас денег. Вам могут помочь кто-то и из вашей родни, или кто-то из ваших друзей. Для кого-то это может быть перечисления, которые идут на карточку. То есть, может быть, это какие-то дополнительные доходы, которые могут быть у вас, да? Или для кого-то эта карта может предполагать, что кто-то для вас готов сделать какой-то неожиданный подарок или помочь вам совершенно искренне. То есть эта карта в любом случае говорит о большой радости. И сама по себе десяточка пентаклей говорит о том, что в вашей и рабочей, и деловой среде, и то, что касается денег, что-то будет меняться и налаживаться в лучшую сторону. Вы действительно найдете людей, тех, которые заинтересуются в вас, и, возможно, тех, кто готов будет вложить в вас какие-то деньги. Но в любом случае, это карта стабильности и уверенности в себе. То есть, благодаря хорошей группе поддержки у вас появляется уверенность в своих силах и возможностях. Давайте посмотрим, что происходит в ваших парах для тех, кто в паре. На ваши чувства выпала карта старшего аркана колеса фортуны. На вашего партнера также выпал старший аркан иерофанта. Обе эти карты говорят о том, что в течение этой недели в вашей жизни, в вашей семье наступают какие-то решающие перемены. Для многих из вас это какие-то совместные дороги. Может быть, это лично ваши дороги, поездки, командировки, и ваш партнер всячески вас будет в этом поддерживать. Для многих из вас это помощь отца, дяди, может быть, брата, дедушки, человека старшего в семье, который готов вам чем-то помогать и оказывать вам посильное содействие. Также эти карты говорят о том, что, конечно, отношения ваши по судьбе, отношения кармические. В ваших парах были и взлеты, и падения, но на сегодняшний день в вашем доме, в вашей семье начинается какой-то рост. Это здоровое движение, которое благоприятно влияет на вашу жизнь. Если говорить лично о вас в семье, вот на вас выпала карта колеса фортуны, и она говорит о том, что вы хотите что-то менять в доме. Может быть, вы хотите даже сменить место жительства. Вы хотите вообще каких-то обновлений. Вы готовы где-то в чем-то рисковать, что-то менять. Вы устали от какого-то застоя в жизни, и вам нужны перемены. Если говорить о женщинах, рядышком с вами надежный мужчина, который будет вас во всем поддерживать. Если говорить о вашем супруге, может быть, он не проявляет открыто чувств любви. Вы не видите с его стороны какой-то сентиментальности, но человек, который рядом с вами, надежный и преданный,
Он не привык показывать то, что происходит у него внутри. Свою любовь он доказывает действиями и поступками. Со стороны вашего супруга я не вижу никаких измен, я не вижу предательства. Этот человек полностью ваш. И если меня смотрят женщины, может быть, даже из вас кто-то и хотел бы рискнуть, что-то поменять в своей жизни. Вы хотели бы какого-то драйва и обновления в чувствах и в эмоциях. Если не со своим партнером, то, возможно, с другим. Но это большой вопрос, да, то есть никто не говорит, что вы изменяете своему партнеру. В общем-то, в доме и в семье дела налаживаются. Может быть, это какие-то совместные дороги и поездки, которые вам предстоят всей семьей. Также эти карты могут говорить о том, что на сегодняшний день вот в вашей жизни появляются какие-то шансы что-то вообще в корне поменять в доме. Возможно, это даже подписание, оформление каких-то документов, бумаг. Если это купля, продажа, переезд, все у вас здесь в этом периоде произойдет очень удачно. С максимальной выгодой для вас можете быть спокойны и уверены. И если смотрят меня мужчины-скорпионы, вы устали в паре от какой-то пресыщенности, пресности. Вам также хочется какого-то драйва и перемен в ощущениях, и вы как будто бы по колесу фортуны ищете этот самый адреналин. Если говорить о вашей партнерше, она во многом на вас полагается. С вами в чем-то советуется, и последнее слово всегда в любом случае вот в вашей семье за вами. В общем, карты для семейных пар очень хорошие. Они говорят о благополучных изменениях в доме. Если говорить о наших одиноких скорпионов, для вас здесь тоже выпала замечательная, прекрасная карта. Десяточка чаш. Уже вторая десяточка в вашем раскладе – это какие-то новые обстоятельства, которые войдут в жизнь каждого из вас. Что-то в вашей жизни меняется. Для кого-то более легко, для кого-то более сложно, но все равно в вашу жизнь врываются какие-то перемены и изменения. И притом по всем фронтам, и по работе, и в семье, и в личной жизни. Для одиноких карта десяточки чаш предполагает возможность создания новой семьи. Может быть, вы кого-то еще только встретите, если у вас еще нет никого. Но если вы с кем-то встречаетесь, эта карта может говорить о том, что вы уже обсуждаете совместную жизнь. Может быть, даже вы уже знакомы с родителями или с роднёй вашего партнера или партнерши, либо у вас есть желание познакомиться. Это встречи, это знакомства. Это, может быть, какие-то общие семейные праздники, на которые вы будете приглашены. Может быть, кто-то познакомится вот на этой неделе где-то, либо на каком-то торжестве. Может быть, кто-то из ваших родных и близких тоже может пытаться вас с кем-то познакомить, да, и заинтересовать вас в ком-то. То есть ваши родные и близкие искренне заинтересованы в том, чтобы у вас была семья, они хотят, чтобы у вас уже были дети. Даже если у вас есть ребенок, они не против того, чтобы в вашей жизни появился новый человек, и чтобы даже не против еще одного внука или внучки. Эта карта прекрасна для зачатия, если вы все-таки уже живете под одной крышей, планируете совместный быт, эта карта может говорить и о свадьбах, о том, что у кого-то уже есть детки, но у вас может появиться еще ребеночек. Если меня смотрит старшее поколение, и вы уже не планируете заводить деток, эта карта может предполагать то, что вы встретите человека, тоже у которого большая дружная семья, тоже есть свои детки, может быть, уже внуки. И здесь мы видим объединение семей и большую радость. То есть ваши отношения в любом случае будут развиваться. Есть взаимность, есть привязанность. И самое интересное, что вы еще нравитесь родне вот того человека, который рядом с вами. Очень много времени в этом периоде вы уделите своему дому, своей семье, своим родным и близким. И одиноких наших скорпионов тоже в этом периоде ждет какая-то большая-большая радость, чем я вас и поздравляю. Даже если у вас не намечаются какие-то юбилеи и праздники, эта карта может говорить о том, что вы просто встречаетесь с роднёй. Вас объединяют какие-то общие разговоры, общие интересы. И вот эти встречи будут вас наполнять позитивом, энергией. Вы будете чувствовать себя и счастливее, и увереннее. Давайте посмотрим, что происходит в вашей рабочей деловой среде. И здесь для вас выпала десяточка мечей. К сожалению, карта очень болезненная. Она может предполагать то, что кто-то из вас может не работать вообще, и вы не имеете пока дохода. Для кого-то эта карта говорит о том, что если вы работаете, в работе может быть какой-то временный застой. Может быть, в связи с каким-то карантином.
Может быть, это вынужденный разрыв с какими-то партнерами для вас очень болезненный. В любом случае, эта карта говорит о том, что в работе для тех, кто работает, очень много сложностей, переживаний и как будто бы что-то пока вы не можете изменить. Из-за чего-то вы очень нервничаете. Дела могут не развиваться, но поверьте, в вашей жизни наступят какие-то перемены и изменения. Также, так как эта карта выпала в сердце вашего расклада, она может говорить о каких-то родовых трудностях и проблемах. То есть, может быть, у кого-то из вашей родни есть проблемы, трудности, может быть, кто-то болеет, и кто-то нуждается в вашей помощи или поддержке, и вы из-за кого-то можете переживать. Для кого-то эта карта для единиц, конечно, может говорить о временной остановке в работе из-за того, что вы сами, может быть, пока на больничном. Но я вижу, что наступает реабилитация, выздоровление, и все в вашей жизни тоже будет налаживаться. Не так быстро, как хотелось бы. Пока мы вынуждены принимать то, что имеем, но поверьте, ваша ситуация будет разрешаться. В любом случае, помните о том, что в вашу жизнь войдут какие-то новые обстоятельства, которые вашу жизнь поменяют в лучшую сторону. Если говорить о ваших деньгах и финансах, здесь для вас выпала четверочка жезлов. Карта стабильная и уверенная. Она говорит о том, что все-таки в вашей жизни под вашими ногами есть прочная основа, прочный фундамент, надежные тылы в лице ваших родных и близких людей. То есть даже если пока вы не можете работать, у вас идет недостаток финансов, вам по этой карте может помогать кто-то либо из вашей родни, либо кто-то из очень-очень преданных друзей. Многим из вас предстоят какие-то праздники, торжества, и эта карта предполагает то, что вам нужно подготовиться к какому-то торжеству. Может быть, подумать о подарках, о нарядах. С деньгами у многих здесь ситуация стабилизируется, здесь у вас тоже все выравнивается. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире, во взаимодействии с другими людьми. И здесь мы видим для вас уже четвертую десяточку. Что немножечко вот напрягает в вашем раскладе, что очень много осуждения, много сплетен вокруг вас. Как будто бы кому-то не безразлично, как вы живете, что вы делаете, чем вы занимаетесь, как вы кушаете и с кем вы спите, да? То есть здесь много пересудов, и за вашей спиной постоянно происходят какие-то сплетни. По десяточке жезлов вы устали от какого-то общения. Со многими людьми вы вынужденно общаетесь, потому что так требуют обстоятельства. И вы понимаете, что пока вы не можете что-то поменять, но вы делаете все от вас зависящее, для того, чтобы справиться с тем грузом проблем, которые вы имеете. Я вижу людей очень волевых и сильных, людей, которые не сдаются. Эта карта говорит о том, что вы умеете отстаивать свои убеждения. Вы умеете решать даже самые сложные вопросы. Вы умеете взаимодействовать даже с теми людьми, которые вам глубоко-глубоко неприятны. И эта карта говорит о том, что вы здесь тоже добиваетесь какого-то большого успеха благодаря своему терпению и труду. То есть для вас отношения с кем-то – это тоже труд, в который вы вкладываетесь. И это тоже непросто. Давайте посмотрим, что происходит в завершении этого периода. Здесь я вижу семерочку чаш. Конечно, для многих из вас это карта отдыха, спокойствия, умиротворения. Многие в завершении этой недели все-таки смогут расслабиться. Но не расслабляйтесь по этой карте полностью. Эта карта говорит о том, что релакс и отдых в вашей жизни может наступить. Но вам нужно помнить о том, что в вашей жизни есть еще много нерешенных проблем. И после того, как вы немножечко набираете сил и энергии, вам нужно снова бороться. Также эта карта может говорить о том, что то, что касается вашего ближайшего окружения, в отношении многих людей у вас как будто бы розовая пелена на глазах. Вы многих видите в лучшем свете, чем эти люди являются, да, в отношении вас. То есть в глаза вам могут говорить все, что угодно, любую лесть, а за глаза совершенно другое. Давайте посмотрим совет для вас и скрытые факторы. Карта шестерочки мечей. Карта прекрасная. И эта карта подтверждает то, что действительно в вашей жизни начинается какое-то новое движение, рывок, прорыв. У вас появляются новые возможности, новые обстоятельства, новые шансы. Наступит момент в вашей жизни, когда вы как будто бы оторветесь от вот этих проблем и начнете двигаться исключительно вперед, назад уже не оглядываясь. Рядом с вами и здесь снова оказываются самые преданные вам люди, которые будут вас во всем поддерживать. Не бойтесь новых начинаний, не бойтесь чего-то менять, не бойтесь переездов, не бойтесь новой работы, не бойтесь новых партнеров, новых договоров. Эта карта говорит о том, что
Все, что вы делаете, благоприятно будет менять вашу жизнь в лучшую сторону. Вперед к новым берегам зовет вас эта карта. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет, карта мага. Желаемое «да» вы 100% получите. Очень многое в вашем вопросе зависит от вас самих, но также рядом с вами есть человек, который может либо влиять на ход того дела, которым вы интересуетесь, либо манипулировать вами как-то, если это бизнес, коммерция, какие-то деловые вопросы, либо рядом с вами есть кто-то, кто хочет получить какую-то свою выгоду, то есть рядом с вами человек, который с одной стороны может предполагать вам помощь, с другой стороны иметь какой-то свой интерес. Но в любом случае, объединившись с этим человеком, желаемого вы достигнете, и вы сами должны быть вот таким вот магом, манипулятором, человеком искусным во всем. Если вы что-то задумали, загадали, эта карта говорит о том, что для вас нет ничего невозможного. Вы очень талантливые люди, и помимо того, что вы задумали, загадали, сейчас у вас может получиться еще многое. То есть по этой карте у вас неограниченные возможности и ваш внутренний скрытый потенциал, который вам нужно развивать. Поэтому вперед к своим целям. Вас ждет успех 100%, но остерегайтесь манипуляций другими людьми. Давайте возьмем дополнительные карты исключительно на сферу вашей работы и посмотрим также на скрытые факторы, то, чего не видно, но то, что нужно знать на будущее. То, что происходит в дне сегодняшнем, вы знаете и так. Для этого я возьму колоду 78 дверей. Попробуем прояснить немножечко вашу ситуацию, хотя я вам уже объясняла, что бы на сегодняшний день не происходило в вашей работе, дела будут налаживаться. Для тех, кто не работал и вы в поиске работы, на этой неделе работу вы еще не найдете. Вы, скорее всего, будете увлечены какими-то проблемами бытовыми и семейными, но чуть попозже, да, что-то будет меняться. Итак, три карты. Карта влюбленных, карта выбора. У вас появляется выбор. Дальше идет троечка кубков. Это карта роста, содружества, сотрудничества с другими людьми. И на этой карте влюбленных мы тоже видим три человека. То есть вы выходите на каких-то новых людей, новые возможности. К вам будут идти какие-то дополнительные предложения. Для кого-то по основной работе, для кого-то, может быть, это совершенно какие-то новые направления, которые вам будут предлагаться для реализации. Вам не стоит ничего бояться. Благодаря кому-то из своих друзей вы сможете сделать правильный выбор, как вам действовать дальше. И, конечно, карта троечки жезлов, обратите внимание на то, что это вторая троечка, тоже говорит о том, что развитие у вас есть, есть рост. Но над многими вопросами вам еще предстоит поработать. Вам обязательно нужно объединиться с какими-то людьми. Какие-то вопросы работы, бизнеса вам не решить самостоятельно. То есть здесь, именно по этой карте башни, вам нужно кого-то еще подключать. Вы все-таки нуждаетесь в помощи. И об этом говорила двоечка жезлов из другой колоды, колоды вдохновения. Но обратившись к кому-то за поддержкой, эту поддержку вы однозначно найдете. И две троечки говорят о том, что в вашей жизни наступает равновесие и баланс. А вы боялись, а бояться не стоит. Карта совета для женщин и карта совета для мужчин. Милые женщины, если вы темненькая, кареглазая, вот эта карта может предполагать то, что вам будет помогать какая-то светленькая женщина, либо женщина водной стихии, рыба, рак или скорпион по гороскопу. Также эта карта предполагает то, что вам нужно больше контактировать, взаимодействовать с другими людьми, больше общаться, больше быть на позитиве, верить в себя и верить в успех. Это то, что тоже принесет вам положительный результат, умение с кем-то договариваться. Если говорить о наших мужчинах, обратите внимание на то, что снова выпадает троечка, ну уже троечка пентаклей, вам однозначно быть при работе. Оттачивайте свое мастерство. Если говорить о мужчинах, возможно, вам нужно получить еще какие-то дополнительные навыки, может быть, пройти какие-то мастер-классы. В любом случае, эта карта говорит о том, что вы не должны останавливаться на достигнутом, на том, что вы на сегодняшний день имеете. Развивайтесь. Вы очень способный и талантливый человек, и вы в себе еще очень много сможете открыть, и благодаря этому вы сможете неплохо зарабатывать. Очень многие будут признавать именно ваши таланты в работе, и видя ваше усердие и трудолюбие, к вам поступают новые предложения, в вас заинтересованы люди. Вы немножечко нервничаете,
Но карты говорят о каком-то единстве, что вы объединитесь с какими-то людьми, и это то, что тоже поможет вам начать либо новый бизнес, либо новую работу, либо налаживать старые рабочие процессы. То есть вы с кем-то объединяетесь, и это то, что приводит вас к успеху и мужчин, и женщин. Всем в добрый час. Помните о том, что негативные карты в вашем раскладе дают возможность вам что-то поменять в вашей жизни. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться, друзья. Всем хорошего настроения, веры в себя, уверенности. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки, не скупитесь. А сегодня, друзья, всем до свидания.